Сейчас я расскажу вам, как приготовить отрубной хлеб без замеса. Это очень легко и просто, хлеб всегда получается вкусным и красивым. Смотрите рецепт. Очень вкусный и полезный хлеб можно приготовить без особых усилий. Просто соедините все ингредиенты и готовое тесто оставьте бродить. Благодаря хранению в холодильнике, тесто не перекиснет, а будет ароматным. Выбор отрубей, на ваше усмотрение, можно использовать любые, пшеничные, ржаные, овсяные и так далее, пробуйте. 1. Подготовьте продукты. Приступим. 2. В теплой воде растворите соль и дрожжи. 3. Добавьте 350 граммов муки и все отруби. 4. Перемешайте ложкой тесто, оно не крутое, а густое и вязкое. Главное, чтобы равномерно распределились отруби и не было крупных комочков. Накройте плотно крышкой или пленкой и уберите в холодильник на 12-13 часов. 5. Утром откройте тесто, дайте ему подышать. Оставшиеся 50 граммов муки просейте и присыпьте рабочую поверхность. Положите ложкой или лопаткой тесто на муку, несколько раз сложите его друг на друга. 6. Разделите тесто на две части, положите в смазанные формы и оставьте в тепле на 30-40 минут, чтобы тесто подошло. Не забудьте накрыть полотенцем, чтобы тесто не сохло. 7. Выпекайте при 200 градусах 40-45 минут. 8. Остудите хлеб на решетке и пробуйте. У нас он улетает еще горячим.